У микрофона Амортис, и это обзоры мобильных игр от Mob.ua. Поехали! Ubisoft'у настолько понравилось делать игры с названием Assassin's Creed, что, наверное, даже если они сделают гоночную аркаду, то и ее назовут так же. Сегодня у нас пациент, у которого нет ничего общего с серией игр про ассасина. Ну, разве что действие происходит на той же планете, и Ubisoft'у этого достаточно. Встречаем Assassin's Creed Pirates. Вообще, игра ужасно напоминает небезызвестную серию Корсары. Ты играешь за капитана пиратского корабля, нападаешь на торговые и военные суда, проходишь миссии, нанимаешь команду, но ты понял, Assassin's Creed. Графически игра очень крутая. Посмотри на воду, это кажется самая клевая вода, которая была на моем планшете. Да и все остальное выглядит довольно хорошо. Кроме того, когда корабль резко соскальзывает с волны, и текстура воды проходит сквозь палубу. Это как-то дешево и халтурно и немного портит впечатление о хорошей графике. Вообще, несмотря на некоторую аркадность игры, в ней достаточно много возможностей и разнообразных фишек. К сожалению, наш формат не позволит рассмотреть прямо все, поэтому пробежимся по основному. Управление. Повороты осуществляются свайпами по штурвалу. Скорость движения регулируется поднятием паруса. Притом есть несколько положений. Чтобы остановиться, нужно бросить якорь. Притом, если поставить вид с палубы, то можно увидеть, как команда работает и суетится, что весьма неплохо погружает в роль капитана. Боевые миссии тоже имеют кучу нюансов. Например, можно быстро закончить бой, засадив из снайперской пушки в пороховой склад врага. Также есть довольно забавная система лавирования, чтобы уходить от атак противника. Ну и, конечно, нужно учитывать скорость перезарядки своих и чужих орудий. Также есть таверны, где можно нанимать команду, порты, где можно купить более крутое судно. Другие улучшения и изменения также закупаются в отведенных для них местах. Если, конечно, позволит уровень, потому что тут есть некоторые ограничения. Как видишь, в игру заложено слишком много возможностей, чтобы рассказать о них за несколько минут. Короче говоря, несмотря на некоторые глупые косяки, игра получилась вполне достойной и достаточно объемной не на один день. Но при чем здесь, мать его, Assassin's Creed? На сегодня это все. С тобой были Николай Подгурский, Федор Амортис и обзоры от Mob.ua. Подписывайся на канал, если понравилось видео, и посещай официальный сайт. До скорого!